Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. Теперь приступаем к 41 ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, 2 воздушные петли еще, как арка, и столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик с одним накидом в следующую арку 2 воздушных петель между столбиками. 2 воздушные. Столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик с одним накидом в следующую арку между следующими столбиками. 2 воздушные, столбик с одним накидом в эту же арку. Вот так у нас получается. Затем выполняем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик с одним накидом каждый из следующих 2 столбиков. 5 воздушных. Столбик без накида вот в эту одну последнюю арку, которая у нас осталась в ананасе. Столбик без накида. Опять 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик с одним накидом в каждый из следующих 2 столбиков. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И у нас уже здесь раппорт повторяется в арку между следующими столбиками. Выполняем столбик с накидом. 2 воздушные. Столбик с одним накидом. И в этих местах у нас здесь разделение по 5 воздушных. Ну, здесь везде вообще в этом ряду по 5 воздушных петель. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 41 ряд до конца, и в конце мы просто за сами воздушные петли соединились, как обычно, соединительной петлей. Теперь приступаем к 42 ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. 2 воздушные петли еще, как арка. Столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. В этом ряду у нас вот в этом месте будет разделение между этими группами столбиков 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь выполняем в следующую арку 2 воздушных петель. Столбик с одним накидом. 2 воздушные. И еще один столбик с одним накидом. 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в следующую арку 2 воздушных петель также выполняем столбик с одним накидом. 2 воздушные. И еще один столбик с одним накидом. То есть вот так у нас здесь получается по 7 воздушных здесь. В этом месте у нас остается 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И выполняем столбик с одним накидом в каждый из следующих 2 столбиков. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вот это мы все пропускаем и выполняем столбик с одним накидом в каждый из следующих 2 столбиков. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И у нас уже раппорт повторяется. Выполняем в арку 2 воздушных петель 2 столбика с одним накидом. И между столбиками 2 воздушные петли. А между вот такими группами у нас сейчас здесь по 7 воздушных петель. Все. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 42 ряд до конца и также соединились соединительной петлей за воздушные петли. Теперь приступаем к 43 ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. В этом месте выполняем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. И в следующую арку двух воздушных петель выполняем 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. 2 воздушные петли. И еще 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Вот так у нас в этом месте будет. Далее опять 8 воздушных. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И в следующую арку двух воздушных петель мы также, как здесь, просто вяжем столбик, 2 петли, столбик. Столбик с накидом, 2 петли, столбик с накидом. То есть вот только в центре у нас, вот в этой центральной полоске, вот так 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. Далее в этом месте у нас также остается 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Выполняем столбик с одним накидом в каждый из следующих двух столбиков. 1 и 2. Затем сразу же, без всяких воздушных петель, в следующую арку, вот эту из 5 воздушных, мы выполняем столбик без накида. И затем также сразу же в каждый из следующих двух столбиков мы провязываем по одному столбику с одним накидом. 1 и 2. То есть в этом месте у нас вот так получается. Затем у нас 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И уже в следующую арку двух воздушных петель выполняем столбик с накидом, 2 воздушные и столбик с накидом. Затем у нас идет 8 воздушных. И в следующую арку выполняем 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. Затем опять 8 воздушных. Вот так у нас получается. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 43 ряд до конца и соединились за сами воздушные петли соединительной петлей. Теперь приступаем к 44 ряду. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, как арка. Столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. Затем в этом месте выполняем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в арку двух воздушных петель между вот этой парой столбиков провязываем также 2 столбика с одним накидом. 3 воздушные петли. И 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Затем выполняем также 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. И в следующую арку двух воздушных петель выполняем столбик с одним накидом. 2 воздушные. И столбик с одним накидом сюда же. В этом месте у нас также остается 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь мы выполняем убавку из 4 столбиков с одним накидом. Выполняем накид. И в следующий столбик с одним накидом провязываем столбик с одним накидом незавершенный. Вот так провязываем только 2 петли. И оставляем так. У нас 2 петли остается. Накид в следующий столбик также. Столбик с одним накидом не до конца. У нас 3 петли на крючке. Накид. Пропускаем столбик без накида. И в следующий столбик с накидом также. Столбик с одним накидом не завершенный. У нас уже 4 петли на крючке. Накид. И в следующий столбик с накидом также. Незавершенный столбик с одним накидом. У нас теперь 5 петель на крючке. И мы их все вместе за один прием вот так провязываем. Выполнили убавку из 4 столбиков с одним накидом. Теперь выполняем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И у нас уже раппорт повторяется. Выполняем в следующую арку 2 воздушных петель. Столбик с одним накидом. 2 воздушные. И столбик с одним накидом. Затем у нас идет 9 воздушных петель. И вот в эту среднюю полоску мы здесь выполняем 2 столбика, 3 петли, 2 столбика. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 44 ряд до конца и соединились соединительной петлей за воздушные петли. Теперь приступаем к 45 ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема.
как первый столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, столбик с одним накидом сюда же в эту же арку. Затем выполняем 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И выполняем столбик с одним накидом в каждый из следующих 2 столбиков. То есть вот у нас идут столбики, и мы в каждый из них выполняем по столбику. 1. И 2 столбик. Затем выполняем 2 воздушные. И вот в эту арку 3 петель выполняем 2 столбика с одним накидом. 3 воздушные. И еще 2 столбика с одним накидом сюда же в эту же арку. Затем 2 воздушные. И выполняем столбик с одним накидом в каждый из следующих 2 столбиков. То есть вот такая штука у нас получается. От столбиков у нас вот так отходят столбики. И в арке у нас 2 столбика, 3 петли, 2 столбика. А тут по 2 воздушные. Теперь выполняем 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь выполняем наши вот эти 2 столбика. Столбик с одним накидом в арку 2 воздушных петель. 2 воздушные. И еще один столбик с одним накидом в эту же арку. Затем выполняем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И выполняем столбик без накида в вершину нашей вот этой убавки. Столбик без накида. Затем 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И у нас уже раппорт повторяется. Выполняем в арку 2 воздушных петель. Столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. Затем у нас идет 11 воздушных петель, и мы здесь провязываем. Вот так у нас здесь по столбику в столбик идет, и в арку 2 столбика, 3 петли, 2 столбика, тут по 2 петли. Вот так. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 45 ряд до конца и соединились за сами воздушные петли, просто соединительной петлей, как и раньше. Теперь приступаем к 46 ряду. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, и еще 2 воздушные петли, как арка, накид и столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. Здесь сейчас выполняем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, накид. И вот у нас идут следующие 2 столбика. Мы выполняем столбик с одним накидом в первый столбик, 2 воздушные и столбик с одним накидом во второй столбик. Затем выполняем 3 воздушные. 1, 2, 3. И вот в среднюю арку из 3 воздушных петель, которая у нас была, то есть вот это следующее мы пропускаем, столбики мы пропускаем. И в эту арку выполняем 2 столбика с одним накидом. 3 воздушные. И 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Затем 3 воздушные. 1, 2, 3. И вот мы вот это пропускаем. И вот у нас крайние 2 столбика. Мы выполняем в первый из этих 2 столбиков столбик с одним накидом, 2 воздушные. И в следующий также столбик с одним накидом. Затем выполняем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид. И в арку 2 воздушных петель выполняем столбик с накидом. 2 воздушные. Столбик с одним накидом сюда же. Затем выполняем 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5.
И вот это мы все пропускаем, и у нас уже раппорт повторяется. В арку двух воздушных петель выполняем столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. Затем у нас опять 9 воздушных петель, и здесь мы выполняем вот в эти крайние столбики по столбику, и между ними 2 воздушные. Вот это все пропускаем, и в арку выполняем 2 столбика, 3 петли, 2 столбика. То есть здесь у нас вот что получается. И вот так. Все. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 46 ряд и соединились за воздушные петли соединительной петлей. Теперь приступаем к 47 ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, как арка. И еще один столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. Затем в этом месте также выполняем 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. И в арку 2 воздушных петель между столбиками провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные и еще один столбик с одним накидом сюда же. Вот так у нас получается. Затем в этом месте выполняем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Накид. И вот у нас посередине, которая идет наша полоска из столбиков, мы вяжем в каждый из этих 2 столбиков по столбику. Первый и второй. Затем сразу же в следующую арку из 3 воздушных петель провязываем 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Затем столбик с одним накидом в каждый из следующих 2 столбиков. Затем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Столбик с одним накидом в арку 2 воздушных петель между столбиками. 2 воздушные петли и второй столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. Вот у нас здесь, что в этом месте получается. Затем у нас 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в следующую арку 2 воздушных петель между столбиками провязываем наши вот эти 2 столбика. С накидом первый, 2 воздушные петли и второй. Столбик, 2 петли, столбик. Затем сразу же после этого столбика в арку 5 воздушных петель выполняем столбик без накида. И у нас уже раппорт повторяется. Делаем накид и в арку 2 воздушных петель сразу же выполняем столбик с накидом, 2 воздушные и еще один столбик с одним накидом сюда же. Затем у нас идет 9 воздушных петель, и раппорт повторяется. То есть здесь мы в арку 2 воздушных петель между столбиками провязываем такие же столбики, то есть столбик, 2 петли, столбик, по 4 воздушные петли. Здесь по столбику в столбике, то есть 2 и 2 по краям, и 6 в арке 3 воздушных петель. Вот что у нас получается. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Итак, подходим к завершению 47 ряда. Вот выполнили последнюю нашу вот эту группу столбиков. Передо мной последняя арка 5 воздушных петель. Я в нее соединяюсь столбиком без накида. И теперь выполняю соединительную петлю вот за наши вот эти воздушные петли подъема. Вот так просто соединительную. Все, таким образом наш 47 ряд завершен. Теперь приступаем к 48 ряду. Выполняем 2 воздушные петли подъема. Как столбик с одним накидом не завершенный. Выполняем еще накид и сюда же в эту же арку провязываем столбик с одним накидом вот так, не завершенный. Мы сделали как будто 2 столбика с одним накидом не завершенные и делаем им общую вершину. То есть мы теперь вот в эти места, вот здесь, где у нас теперь вот эти группы так соединяются, будем провязывать 2 столбика с одним накидом с общей вершины. Теперь дальше у нас также 9 воздушных остается. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. И здесь выполняем нашу вот эту группу столбиков. Также в арку 2 воздушных петель провязываем
столбик с накидом, 2 воздушные и еще один столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. Здесь у нас также 4 воздушные. И тут у нас 10 столбиков с накидом получилось. И мы в каждый провязываем по одному столбику с накидом также. И между всеми столбиками по одной воздушной петле. Выполняем столбик с одним накидом в первый из этих всех 10 столбиков. 1 воздушная. Столбик с накидом в следующий столбик. 1 воздушная. Столбик в следующий. И так провязываем все 10 столбиков с одним накидом. По одной воздушной между столбиками. Так, сейчас мы пересчитаем сколько, чтобы не ошибиться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 столбиков с накидом по одной воздушной между ними. Далее у нас 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И в арку 2 воздушных петель провязываем наши 2 столбика с накидом, 2 воздушные между ними. Затем у нас 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И здесь, вот в эту арку 2 воздушных петель, мы провязываем столбик с одним накидом, незавершенный. У нас 2 петли, накид, еще один столбик с одним накидом, незавершенный. У нас 3 петли, и теперь вместе их провязываем. Затем выполняем 1 воздушная петля. И вот этот столбик без накида мы пропускаем и выполняем в арку 2 воздушных петель уже следующей группы. Также 2 столбика с одним накидом незавершенные. У нас 3 петли, делаем общую вершину. То есть вот так у нас 2 столбика с общей вершиной, 2 группы и 1 воздушная петля между ними. Далее у нас уже раппорт повторяется, выполняем 9 воздушных. И тут у нас вот так же вот эти группы идут, расходятся по 4 петли. Здесь 10 столбиков и по одной воздушной между ними. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 48 ряд до конца, выполнили последнюю группу столбиков с общей вершиной. И теперь нам остается выполнить последнюю арку. У нас здесь 1 воздушная петля, но мы ее заменяем. Выполняем вместо 1 воздушной петли в вершину нашей первой группы столбиков с общей вершиной провязываем столбик без накида. Вот так. Таким образом, наш 48 ряд завершен. Теперь приступаем к 49 ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Накид. И сюда же, в эту же арку одной воздушной петли, провязываем еще один столбик с одним накидом. 2 воздушные. И еще 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. То есть в арке одной воздушной петли мы будем вязать 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. Затем выполняем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь выполняем в арку 2 воздушных петель наши столбики. Столбик с накидом, 2 петли, столбик с накидом. Здесь 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И здесь в крайний столбик с накидом провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Затем выполняем 3 воздушные. 1, 2, 3. Вот эту сразу, которая следующая арка у нас после столбика идет, мы пропускаем. И в следующую арку одной воздушной петли выполняем столбик без накида. Далее 3 воздушные. Столбик без накида в следующую арку одной воздушной петли. 1, 2, 3. Столбик без накида в следующую. 1, 2,
3 и провязываем так все арки, кроме последней. Вот выполняем в предпоследнюю арку одной воздушной петли столбик без накида. Затем выполняем 3 воздушные. Накид. Вот этот столбик пропускаем. В последний столбик с накидом провязываем 2 столбика с одним накидом. Затем 4 воздушные. И в арку 2 воздушных петель провязываем столбик с накидом, 2 петли, столбик с накидом. Затем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в следующую арку одной воздушной петли провязываем 2 столбика с одним накидом. Две воздушные. И 2 столбика с одним накидом в эту же арку. Затем у нас опять идет 8 воздушных. То есть вот что у нас в этом месте получается, в этом ряду. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 49 ряд до конца, выполнили последние 8 воздушных петель и соединились просто соединительной петлей в третью воздушную петлю подъема. И последующие несколько рядов, еще точно не знаю сколько, мы будем соединяться просто вот так, третью воздушную петлю подъема. Я говорить это больше не буду. Если вдруг что изменится, то я, конечно же, буду это проговаривать. Теперь приступаем к 50-му ряду. Выполняем соединительную петлю в следующий столбик и соединительная петля в следующую арку. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. 2 воздушные петли. 2 столбика с одним накидом в эту же арку. Здесь выполняем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И здесь провязываем наши вот эти 2 столбика в арку 2 воздушных петель. Столбик с накидом, 2 воздушные и столбик с одним накидом в эту же арку. В этом месте делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик с одним накидом в каждый из следующих 2 столбиков. У нас тут было 2 столбика с одним накидом. И в каждый выполняем по 1 столбику с накидом также. И в этом месте провязываем ананас. 3 воздушные петли. Столбик без накида. В арку 3 воздушных петель, то есть вот эти крайние мы будем всегда пропускать. И в арку между столбиками без накида, столбик без накида, 3 воздушные, столбик без накида в следующую. И провязываем так вот эти все арки, кроме крайних. Вот соединяемся в последнюю арку между столбиками. И вот эту последнюю мы пропускаем. 1, 2, 3. И здесь выполняем столбик с одним накидом в каждый из следующих 2 столбиков. В этом месте 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. В арку 2 воздушных петель провязываем столбик с накидом. 2 воздушные. И еще один столбик с одним накидом в эту же арку. Затем у нас идет 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в арку 2 воздушных петель провязываем 2 столбика с одним накидом. 2 воздушные и 2 столбика сюда же. У нас уже здесь раппорт повторяется. Далее у нас идет 6 воздушных. Вот эти наши столбики. Тут теперь по 5 воздушных. Было по 4, теперь по 5. Здесь везде по 3 пока остается. И провязываем наш ананас.
Все вяжем таким образом ряд до конца. Если будете вязать что-то по моим мастер-классам, то обязательно отмечайте меня на своих фотках в Instagram хэштегом #вяжусдуду. Мне очень интересно смотреть, что же у вас получается по моим видео. Я лайкаю ваши работы, делаю скриншоты и показываю в конце своих видео. Поставьте этому видео лайк, если оно вам было полезным, мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ну и, конечно, присоединяйтесь ко мне в Instagram, там тоже интересно. А с вами был я, Эд, до скорого.